Житель Сараевского района предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства с особой жестокостью. Кораблинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Сараевского района. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. Следствием установлено, что днем 16 июня прошлого года во дворе одного из частных домов Сараевского района хозяин, 1963 года рождения, в ходе ссоры облил одежду гостя бензином и поджег. Мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время, несмотря на оказание ему квалифицированной медицинской помощи, скончался от полученных телесных повреждений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.